Временной прыжок из сегодняшнего дня в 1945 год легко можно совершить, глядя на работы Анатолия Жданова. На фотографиях пейзажи Курильских островов, карты местности и много военной техники. В музее парка имени Льва Толстого открыли выставку «Последний бой Второй мировой войны». На острове Шумшу произошел последний бой Второй мировой войны. Почему эта выставка называется «Последний бой»? Когда американцы взорвали Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа, то Сталин буквально на следующий день, 7 августа, отдал приказ высадить десант на Курильские острова и завоевать острова. На Курилах Анатолий чувствует себя как дома. На островах он вырос. В детстве вместо игрушечных танков у них с друзьями были настоящие боевые машины. Когда спустя 30 лет Анатолий вернулся на Шумшу, нашел танки на тех же местах, где они стояли. С собой взял сына, чтобы показать свои эти игрушки. То увидел, что, в общем-то, вот эти танки, они там стоят, но, естественно, они посильнее поржавели. А так все сохранилось. Выставку можно посетить до 1 сентября в музейном комплексе «Артишок».